Всем привет, продолжаем гулять, гуляем по Италии. Город Бреша, очень хороший город, очень мне понравился. Сегодня я хочу вам немножко рассказать о церкви, которая здесь находится, и о произведениях искусства, которые находятся в этой церкви. Картины, фрески, скульптуры. Такой маленький обзорный экскурс, я бы сказал. Другуете, посмотрите. Санта Мария дель Грация. Расположена на месте древней церкви Санта Мария ди Палаццо, построенная в 13 веке епископ Бреши с 1298 по 1308 год, организовывал здесь сборы пошлин, продажи соли и хлеба и разрешал арбитражные споры. Простое прямоугольное помещение скромных размеров, покрытое деревянными потолочными балками. Такая была древняя церковь. В конце 15 века летописи упоминают кардинала Убера Гамбара, который в 1517 году переехал в монастырь с поручением реформировать его. Красивая церковь, орган, построенный в 1880 году Джованни Тонолли, который реставрировала фирма Феррара Фузари в 1921 году, а потом еще фирма Инзоли в 2008 году. Инструмент имеет механическую передачу, две клавиатуры и педальную площадку. Красивые синие витражи, облицовка разноцветным мрамором, красивые фрески. Интерьер состоит как бы из трех нефов, разделенных коринфскими колоннами, с богатыми украшениями в стиле барокко, в лепнине, золоте, фрески. Имеет фрески различных известных художников, таких как Грация Кассали, Франческо Джуньо, Антонио Бернандино Гандини, Петро Морони, Тибуцио Бальдини и Пальма-младший. Боковые алтари являются видимыми свидетельствами религиозных орденов, которые присутствовали в церкви. Ну, Пьетро Роза, мученица святой Варвары, Пьетро Ротари, святой Франциск Ксавьер среди японцев, Алессандро Маганца, святые Лусия Аполлония, находятся все на алтарях произведения. Святой Антоний Аббат, святой Антоний Падуанский, святой Николай Толенский. Копии картины Моретто, выполненные в Шимине в 19 веке. Ну и, конечно, в конце нефа это Богоматерь с младенцем и святым Моретто. Чудо святого Мартина Франческо Мафеи. Памятник кардиналу Уберто Гамбара. Рождество Марии и Марии в храме Антонио Гандини. Очень известные художники, скульпторы. Вот такое убранство красивой церкви. На стене в памяти визите святого Пия X фрески и копии чудотворного изображения Богоматери Грациозной. Это одна из самых красивых современных святынь Италии. В 1539 году епископ Джероломо Вощерио освящает церковь, посвящая его Рождеству Пресвятой Богородице. На стене имеется табличка в память о визите святого Пия X, присутствующего в качестве епископа Мантуанского во время праздника коронации в 1886 году. Не украшены фресками. Копии чудотворного изображения Богоматери Грациозной. В 1951 году восстановленный атриум. В 1963 году по указу Папы Иоанна XXIII возведена в статус римской базилики Малой. Иоанн XXIII хорошо знал святыню благодаря своим частым визитам, когда был апостольским нунцием и кардиналом-патриархом Венеции. Я беру данные из Википедии, из сайта этой церкви. Ну и, конечно, молитва милостливой Деве Марии. О Деве Марии, молись за всех нас. Матерь Божия, благодать, мы не смеем и не знаем, как молиться Тебе. И мы не просим Тебя ни о чем особенном, потому что своими материнскими глазами Ты уже видишь и понимаешь, что нам нужно в нашей простой жизни. О Деве Марии, молись за нас. О Деве Марии, милостливая, молись за всех нас. Все, о чем мы просим Тебя, Мать наша, сделай нас способными любить, поклоняться, служить Иисусу всем сердцем и всеми силами, чтобы все наше было сосредоточено там, где есть истинная жизнь. Аминь. О Дева Мария милостливая, молись за всех нас. Такая молитва. Мраморный пол, фрески известных авторов –
знаете, вот такая старина, вот чувствуется намоленное место. Ну, я считаю, что, конечно, в Бреше надо побывать по возможности, если будет такая возможность. Этот город как-то забыт туристами, большинством туристов, конечно, те, кто знает, туда ездят. Вот, и просто пройтись, посмотреть по этому городу, зайти вот именно в эту церковь. Интересно, красиво, получите удовольствие, гарантированно, вот я отвечаю вам, гарантированно. Просто красиво внутри. Ну вот, собственно говоря, все, что я вам хотел рассказать, что нашел о Санта Мария делла Грация. Это церковь в Бреше. Вот, собственно говоря, все. Всем пока, всем привет. Посмотрите убранство церкви. А здесь, конечно, есть на что посмотреть. Может, видеоряд достаточно большой. Там не будет никаких комментариев. Ну, просто посмотрите. Ну, кто не посмотрит, тот не посмотрит. Ничего страшного. Пока-пока, до свидания.